В Санкт-Петербурге проживает более 5 миллионов человек. И кажется, что в таком огромном городе, где среди суеты бесконечных важных дел, среди тысяч лиц и глаз, так трудно встретить свою половинку. Герой нашей сегодняшней истории это И вот с того самого момента их жизнь стала совершенно другой. Она стала вдохновенной и яркой. Яркой ее делали чувства, их открытость и явная взаимность. И это и наполняло все вокруг новыми красками. Жених Алексей. Хотел сказать спасибо тому случаю, когда мы когда-то, Лёшка, с тобой в одном большом душном автобусе поехали в Волгоград. Этот автобус еще сломался, и мы долгое время провели там, на этой жаре. Но после этого, вы знаете, мы очень классно провели целые 3 дня в большой компании. Зажгли город Волжский тогда, когда Алексей был почетным рэпером России.
Тогда, когда он, стоя с микрофоном в одной майке, бывало и совсем топлес, просто раскачивал сотни людей. И это было по-настоящему круто. Мы тогда действительно очень круто зажгли. Я даже вспомнил историю Лёши про футболку, как, ну, в общем-то, да, с чего и пошло наше знакомство дальше. Вот этому моменту спасибо. Возлюбленная Алексея, обворожительная и нежная, словно сказочная принцесса, невеста Елизавета в сопровождении уважаемого дедушки Сергея. Я желаю вам, самое главное, любви. Любите друг друга. И с любовью в вашу жизнь придут маленькие чудеса, и вы станете еще счастливее. Алексей, готовы ли вы хранить и оберегать свою избранницу, несмотря на тернии и годы, лишь в ее зеленых глазах искать ответы на вопросы, лишь в ее прикосновениях находить уют и покой, лишь рядом с ней обретать гармонию? Да. Елизавета, готовы ли вы быть самым верным и надежным другом своего возлюбленного, разделять его искания и увлечения, верить в его успехи и помогать их добиваться, лишь только в нем видеть свою защиту, свой дом и свой очаг? Да. Алексей и Елизавета, по вашему взаимному согласию, в присутствии родителей, близких и друзей, брак ваш регистрируется. Прошу вас скрепить подписями семейный союз. Евгений и Александра, сегодня ваши друзья доверили вам стать свидетелями рождения их счастливой семьи. Прошу письменно поддержать их решение стать мужем и женой. Алексей и Елизавета, пусть ваши обручальные кольца не только украсят ваши руки, но и станут верными талисманами, которые всегда будут оберегать вас. Надевая друг другу кольца, постарайтесь передать этому холодному металлу частичку вашего горячего чувства. И тогда даже вдали друг от друга вы будете ощущать тепло родного человека на безымянном пальце правой руки. Обмениваясь кольцами, произнесите: «Пусть моя любовь хранит тебя». С момента вашей первой встречи до сегодня прошел 1 год. 4 месяца и 10 дней. За это время вы написали друг другу десятки романтических посланий, сказали друг другу сотни трепетных слов и обменялись друг с другом тысячами влюбленных взглядов. И весь этот океан чувств привел вас сегодня сюда для того, чтобы создать очень рада, что ты
нашел-таки свою мечту, а дело это в этой жизни сложно. Хочу, чтобы вы всегда были счастливы, так как вы счастливы сейчас, и дарили тот позитив, который вы нам дарите. Чтобы вы сохранили свои чувства, которые вот вас сейчас обуревают, до конца ваших дней. Чтобы все у вас было хорошо, чтобы вы были бесконечно счастливы. Конечно же, радостного детского смеха и долгой и счастливой совместной жизни. Чтобы всегда, несмотря ни на что, несмотря на какие-то внешние, может быть, неурядицы, чтобы всегда были командой. Вы команда, и пусть в любых ситуациях вы помните ключевое слово «вместе», чтобы вы вместе побеждали, вместе преодолевали препятствия, вместе росли, укрепляли, расширяли свои силы. Вы пойдете по жизни рука об руку, вместе переживая и минуты радости, и возможные огорчения, но вы знаете, что вдвоем вам все по плечу. Светлого дня, крыльев глубиной, полетом, чтобы каждое утро, даже если оно будет гнусным и некрасивым, всегда было для вас радостным и счастливым, потому что увидели глаза друг друга. Они у вас разные цвета, но они светят у вас одинаковым взглядом. 16 августа 2014 года в городе Санкт-Петербурге ваш брак зарегистрирован. Я объявляю вас мужем и женой. Не сдерживайте эмоций. Поздравляйте, обнимайте, целуйте. Почувствуйте тепло рук друг друга. Это руки вашего самого близкого друга, молодого, полного сил и любви к вам. Это руки, которыми вы вместе построите ваше счастливое будущее. Это руки, которые будут крепко обнимать вас, оберегая и поддерживая. Это руки, которые будут трепетно вытирать ваши глаза от слез. От слез печали и от слез радости. Это руки, которые будут ласково и бережно держать ваших детей. Эти руки, даже через много-много лет, когда они уже покроются морщинками старости, будут также преданно заботиться о вас, передавая в каждом прикосновении нежность.
took a gamble with this love, like sailing to the storm. With the waves rushing over to take us, we were battling against the tide. You were my beacon of salvation. I was your starlight.